стал разбирать рюкзак, чтобы достать газетку, и тут обнаружил, кто-то чехол забыл от ружья. Тут я вытер уже все со стола. Сейчас вот хочу газетку постелить. Или может специально оставили, может просто старый чехол. Типа как подкладка под голову, ну не знаю, специально или не специально. Наверное, вернутся, заберут, если нужен будет. А, и там еще кто тут отдыхал. Тут мы обычно тут все сверху убираем. Видите, тут все не убрано. Потому что, ну, во-первых, мышки накакают на эти, на все вещи. Потому что еще избушка, крыша течет. Мы все вещи обычно убираем. Вот, кстати, вон мышки, видите, запрятали сахар куда. Главное, кучкой такой. Прячут сахар. Главное, не едят его, а прячут. Интересно так. Что-то они не особо сахар этот едят. Странно. Да. Видимо, им лесная пища более вкуснее, чем сахар. Вот так, на всякий случай, заначку же надо сделать, да? Вот это, видимо, кто тут отдыхал, оставили шампура. Ну, пусть лежат. Никто их... Мы, во всяком случае, их трогать не будем. А кто другой сюда, за других я не отвечаю. Может быть, они и заберут. Продукты висят тут, натаскали. Вон тут мука у меня с того раза. Тут еще мука, масло там еще, целый пакет, макароны. Сейчас грибобас закипит вода, и это, я чай заварю. Ага. Суп это, суп сейчас варить? Или что? Нет, сейчас просто пока. Ну, сырой. Чай, и ты что, спать хочешь или что? Нет, пока нет. Сырое, да? Сырое пино. У него тяжело пить. Пить хорошо, но пино сырое. Пила, когда вот так. Понятно. Понятно. Завтра, когда включил, все. Да не завтра, это уже, это получается сегодня уже. А ну сегодня, да. Мы, видишь, на ночь глядя пошли. Ага. Ну, что говори. Я говорю, там снег-то кидаю, вон там, за избушкой. Да зачем, не надо, смысла нету. Оно все растает само. А, ладно. Здесь почистил и хорош. Ладно. Мы сегодня вот сейчас ляжем, отдохнем. Ага. Встанем. Я не знаю, даже может смысла нету суп варить. Как бы встанем, ага. Да домой пойдем. Потому что, видишь, вода опасна. Если вода поднимется, нам еще тяжелее будет идти обратно. Да, все правильно. Ну, видишь, поздно пошли, тут задерживаться тоже смысла нету. Мне завтра на работу тоже. Угу. Суп тебе варить завтра или что? То есть сегодня? Ничего не надо уже. Попьем чай и спать ляжем. Ну. Вот так я имею в виду. Так, а сегодня мы и домой уходим. Сегодня, да? Да. Тогда дома уже сварим этот суп. Ну, да, дома сварим уже. Я там колбасу брал тебе и это. Я брал это батон колбасы. Вот там на это, на три части поделим его. Ага. А сегодня что можешь сделать, Джон? Одну часть тебе пожарим. А вот такие палочки и, ну, там, в печке пожарить, как что-то. Да, да, да. Еще я обещал это жене и дочке принести что-нибудь вкусненького с леса, вот это, им принесем. Понятно. А эту тушенку можешь так съесть просто. А ты не будешь тушенку есть? Ну, у меня проект ВАФ. А, я в мае я питаюсь кашами. Понятно, понятно. Вот. Угу. Или можно уже, чтобы грибы уже не таскать туда-сюда, может быть... Проще это все-таки это грибы сделать с тушенкой тебе. Можно. И все, и так лучше будет. Можно, да, кстати, можно. Чтобы их уже не таскать, съешь их и там. Да. Сколько осилишь, да? А может все съешь, не знаю. Ну посмотрим. Хотя это тяжелая пища, да? Кто? Ну, грибы-то. Пища тяжелая. Скажи, прокакается, да? Так оно и будет. Ну, не отвлекай меня, Джон, дай я допилю вот самое. Давай, давай, мы посмотрим. Сейчас, сейчас, все будет окей, пить хорошо. Пила острая, пить отлично. Это все отличненько.
Сам точил, да? А? Сам точил. Сам точил. Ты где научился точить пилу-то? Пилу? Да. Это, короче, я когда работал в 68, мы были в ночную смену. Мы были в забое. Вот, там, короче, как, было 6 проходчиков, горный мастер, и я был слесарь. Но мы были на Дальнем Западе, мы туда далеко идти. Угу. Это есть на Коломаге, вот, ой, есть на Калантинке, а потом на Травозе еще туда все есть. Ну, мы как это, козу цепляли и ехали. Угу. Ну, вот, а там был один... Пошли туда как раз, покажем, как речка растекается, и там будешь, ага, рассказывать. Пошли. Ну, вот, а там один, этот, проходчик, вот, ну, он очень хорошо точил пилы, топоры, все, ну, уже в этом был он ад, короче. И он сел, и... а там была пятка большая, двухручная, ну, чтобы проходчики пилили ей. Вот, и он дочил отлично. Вот, а горный мастер ему, конечно, поставил КТУ. Этот, ну, не так. Ну, сам кто-то КТУ поставил ему за смену. Сколько КТУ? 0,6, это выше, а выше там еще когда сука. Во, вот здесь вообще такой пейзаж ты будешь. Вот. Тут и смотреться, короче, как раз хорошо и красиво. Да? Теперь, грибобас, вещай. Вот, рассказывай. И еще. Там, короче, один проходчик, а там топоры же было. У нас, короче, забои было 3 топора. Ну, нормально, топоры. Ну, там как? Лезет, и там лезет, вот такой широк, лезет такой был такой. И длинная ручка была. Ну, чтобы дерево рубить. А там же клевь-то, там только толстый. Ты смотри, грибобас, извини, что я тебя перебиваю. Ты на грибланский не переходи, чтобы тебя люди понимали. А, хорошо. Вот. И чтобы было рубить, а там же толстые бревна на клевь-то идут. А мы шли по дереву, крепили. Вот. И чтобы перерубить бревно. Mm-hmm. Оно, короче, удар, а там же место есть забой, да, короче. А они как рубили? Вот засними меня всего, так, короче. Давай, давай. Вот, и они как рубили? Я, Джон, я Но. Удивляюсь. Мы пошли в забой. Вот это такого, это было впервые в жизни. Проходчики по пояс разделись. По пояс раздели, и фонари, каски, фонари. А-а-а. Они как рубили? А там был один такой Муравьев, ну, он уже, короче, отошел. Вот. Как, понять, отошел? Умер. А-а-а. Вот. Ну, царство ему небесное. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом. И он как рубил, а бревна, толстые бревна такие, короче. Как зовут-то, не помнишь его? А? Как его зовут-то, не помнишь? Вот я не помню-то, не буду врать, не помню. Ну ладно, не отвлекаю тебя. Вот, и короче как, он по себе парень был здоровенький, мужчина. Вот он зашел, взял топор, вот так вот, короче, так вот, ну за конец, так вот, такое самое. И, вот это елка. Вот, и бревно, короче, вот так лежит вдоль, так лежит бревно. Ну-ну-ну. Вот, ему отмерили, а короче как, там горный мастер, ему метром отмерил, ну сколько там, самое, ну, рубить. И он встал так, по пояс одетый, парень здоровенький, так это. Вот. И мы затекли время, так ради хохмы, сколько он будет перерубать. Пышно перерубил. Так подожди, он напополам рубил? Пополам. А, ну-ну-ну, топором, пышно, да? Встал так, так, короче. И прям со звуком, да? Да, так, ну, так, кричал так, специально так. Да? Вот. Он парень был здоровенький и, короче, перерубил бревно. Вот, а потом там еще, короче, были 3 топора. И там проходит, и там звенево подходит, звенево старшему проходчику. Ему, ну точили там топоры. А у него был камень такой, точили, большой камень такой был такой. Ну грубо там, ну как, ну такая грубая насечка была. Я не знаю, по номерам, короче, это. Вот, он давай наточу. И сел, короче. И еще он все так подколол горомастера. Мне позвать будешь к КТУ, наточу. Все га-га-га, короче. А ему говорят, наточи, я поставлю КТУ высокое. И он сел, топоры наточил, короче. И он наточил за сутки. Ну там, за там время какое-то. Пилу наточил, двухручка этого, 3 топора наточил, и этот, пилу только маленькую наточил, ну, чтобы верхняк крепить, ну, там такие тоненькие, бронь такие, вот такая штука. И горный мастер поставил, могучий КТУ поставил за смену. И он получил деньги, получил, очень много получил. Он довольный был, как вот так вот. Подожди, я вот тут пока операторской съемкой занимался, я так и не понял, ты рассказал людям, как ты научился точить пилу? Ты вот, вроде я только. Посмотрел, как он точил пилу. То есть ты вот на этого горного мастера, да, или кто там был? Не, проходчик был. А, вот на него посмотрел. Он тебя учил или ты сам? Учил. А, он тебя вот. И от него ты научился, да? Ну да? Как? Смотри, Джон, вот он не присесть негде, да? И, короче, он сел, короче. Ну, засними меня, я тебе сейчас покажу. Короче, он так сел. Вот так. Ноги. Ну, я сейчас в сапогах болотных. А ну. Он вот так, ну такие были. Ну, прости, сапоги были такие, ну такие. Ну я понял, короткие сапоги. Да. И короче, на пилу положил так вот, короче, ну как, чтобы он точился хорошо. А и напильник был такой, бы напильник был такой. Зон как, ну такой, такой бы, как называется там? Ромб? Ромбом, не да. Не треугольник, ромб, да? Ромбом, да. Вот, да. И короче, он как. Шуй, смотри, я сел, короче, вот тут сидел, и он точил, положил пилу и так. Бжик, 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 бжик. Вот, а я посмотрел. Бжик, бжик, да. Ну, он мне понравился. Я, Джон, дай попробую я. Он, пожалуйста. Я раз, ну так, плохо, ну так. Джон? Какой Джон-то? Ой. Эдик.
Ты же про него рассказываешь, ты что? А, вот, я говорю, Володя, я говорю, попробуй. Володя, вот, Володя же. Володя звали его. Ну, он уже, короче, уже, ну, ему было... Тоже умер? Было ему. Тоже умер, что ли? Умер уже по возрасту. Уже. Откуда ты знаешь? Ну, мне уже, если мне 51 год, а ему же не будет миллион лет. А сколько ему было? 43 года было ему. Вот. Ну, ты не в курсе, ты же не знаешь точно. Ну, я не знаю. Но я ну, так, тогда лучше не так не говори. Вот, я говорю, давай попробуй, Ян, дочи. Ну, пожалуйста. И я так, жик-жик. Он так, правильно, давай. Вот. Давай. Сейчас, быстренько, подожди. У меня уже вот сейчас аккумулятор один сейчас закончится. Питалово заканчивается. Сейчас второй аккумулятор и все. А вот в тепло зашел, и уже этот больше градус, ой, больше минут стало показывать. Ну, сейчас водичка закипит. Ну, сейчас пусть прокипит. Здесь, наверное, черного чая здесь попью. Хотя бы в избушке. О, тут тепло уже. Ну-ка, это хорошо. Это отлично, Жон. Это отлично. Я тут спасибо оставлял тебе тогда черный чай. О, черного чая нету. Нет, да? Тут, правда, в пакетиках был этот чай-то. Где-то я находил. Да, вот. Можно вот этот с ягодами, что ли, заварить. Это какой с ягодами? Ну, вот, видишь, в пакетике. А, ага. О, стой сейчас. Так, ну ладно. Пока тут еще время показывает. Что-то вроде как камера запотела, да? О, закипел. Закипел? Давай. Закипел, ага. Помочь мне, лицам. Че, чай заварим, да? Ну, сейчас пусть прокипит. Ага, давай. Ага. Сейчас прокипит. Но в сапогах ноги подмерзают. Немножко, мне пока нет, мне хорошо. Сейчас, ладно, пусть покипит, а то там она, ага, эта вода уже закисла. Хорошо. Сейчас, наверное, да, чай попьем с тобой. Ага. Завалимся, поспим. Угу. И потом уже будем это все там суп варить или что там заходит. Не суп, а вот это, ну как ты хотел, грибы с тушенкой. Ну да, да, грибы вот с тушенкой, это тебе. Грибы с тушенкой, я эту кашу свою буду доедать, я с собой брал. Ага. Вот. Чуть-чуть головой что-то. В общем, кинули 4 пакетика сюда. Это сама коробка такая с этим вроде. Ну, чай такой, знаешь, это ароматизированный. А может быть тут прям настоящий. Это вниз положи под эту, под кровать. Ага. А этот лучше сюда переложить, да? Да. Чтобы он не отсырел. Так, ну да. Этот чай. Давай, сейчас закрою. Да. Вот так. Ага. Ну, сейчас пока заварится, я потом эти вытащу эти пакетики, потому что, ага, вот там, видишь, кто-то заваривал до нас и пакетики там оставил. Угу. Все-таки это присутствует потом, запах чувствуется это. Да, ну, да. Это как ее, бумаги это чувствуется запах. Че, ты же тогда сделал наколку себе букву С, да? Да. Ну это была. Еще ты был, это, сколько тебе лет было? Я 8 класс. И тебя отец потом что? Ругал меня. Наказал, да? Да. И побили меня дома. Шнур такой, с тебя стреляли машину, такой тоненький. Ну, он гибкий очень, мне шнуром этим. Раз 5-6. По попе, да? Не, по спине. А, по спине? Больно было. Я такая аж там... Нормально было. И потом ты этими сигаретами вывел, да? Да, потом курил сигареты, так прижигал, так горячими так вот вывел. Ну, понятно. Больно было, ну, стерпел и все. Понятно. А, еще какая штука была. Я когда сделал наколку, а сейчас сын уже показывает дома-то. Как будешь, знаешь, что будет ругаться же, короче. Я что сделал? Как будто порезал и замотал руку. Вот. А отец так, что ты говорит, долго ходишь с порезом-то, короче. А мне был красный руководитель Пименова Нина Федоровна, по-моему, так. Она мне дала наколку. И была собрана родительская, ученики и родители. Вот такой вот наколка. И мне батя дал наколку, показал. Вот. Еще, когда работал у нас в магазине внизу-то, там одна девушка работала, там я мороженое, все, в этом отделе. А, работала. Ты имеешь в виду стекляшка, да? Да. Она говорит, Нагора, я тебя как не узнаю. Ты раньше пил и курил, а сейчас я не пью, не курю. И моему брату. И очень себя чувствую хорошо. А зачем хочешь? Я говорю, мороженого. И такое мороженое купил и пошел. Вот так вот. Два мороженого, тебе и мне. Она такая смотрела, так удивленно. Вот такая штука была хорошая. Ну, понятно. Вот. Ясно. Так, ладно, чай-то заварился уже. Ага. Сейчас, ладно, это кружки достать все это. А кружки у тебя, у меня кружки лежат. Кружки у тебя, да. У меня, да? Да, у меня. Они... Там котелок и в котелке. Там этот тушенка в котелке там. Ага.
Интересно. Ну сейчас будем разбираться, сейчас поищем. Ага. Да, грибас ты открыл тогда, по-страшному. Угу. Тихо-тихо, оно сейчас вылится. Не. Вот так ее. Вот это тебе сгущенка, я ее есть не буду. Не будешь? Вот. Я ж повторяю, да, да, проект да, ВАФ. Угу. Я вот купил себе на 22 рубля вот этот лавашек. Это вот тебе хлеб. Ага. Хлеб будешь, ну режь себе уже сам. Ага. Я еще брал, ну вот это конфетки мои. Угу. Вот замороженные грибы замороженные. На, у тебя твоих яйца, кстати, 3 штуки. Спасибо. Так, еще. А моих 4 оставалось. Вот, кстати, у тебя еще сарделька, можешь сейчас поесть ее с хлебом. Спасибо, может, сейчас я съем ее. А я, наверное, вот эти яички сейчас все съем, наверное. Опа. И буду так хорошо сладко спать после этого. Молодец. После сытного обеда, да? По закону Архимеда. Так, дорогие зрители, у нас все готово. Это у нас получается завтрак. Так получается. Подожди, сколько времени? У меня сейчас показывает 4.35. У тебя сколько? 4.32 утра. Угу. Сейчас покушаем до этого. Ну и будем поспим. Ну, надо постараться сильно долго не спать. Да. Потом уже встанем, но отдохнем. Покушаем опять и домой, короче. Такой отдых будет у нас. А, всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Вот у нас такой стол. Это вот я с собой кашу брал. Это я варил, что это у меня там, кукуруза и пшеничная каша. Ну, там еще это масло я налил подсолнечное. Потом я взял в магазине для себя еще дополнительный вот лаваш по 22 рубля себе нарезал. Грибобас себе столько хлеба. Тебе хватит хлеба? Хватит. Вот у грибобаса 3 яичка. Что там еще? Сарделька. Сарделька. Да? Сгущенное молоко. Сгущенное молоко, чай. Сой, ой, как его. Лук тоже у тебя лук, луковица. Да. Вот это моя луковица. Это мое. Да, это мое. Это мои 3 конфетки. Скажи, это моя сгущенка, да? Это временно. Просто у меня, видите, проект такой ВАФ. И приходится так вот отдельно питаться. Так что вот, сейчас приступаем. Грибас, попробуй чай. Он какой-то с запахом вроде бы. Сейчас попробуем, подожди. Да, он вроде какой-то ароматизированный. Ну, ясно, да? Немножко. Непонятно, вот, тут не видно это. Сейчас придется фонарик включить. Да. Свет. Посветишь? Нет, или сам? Да, я фонарик сейчас включу. Ага. Ну так-то крепко заварился. Крепко заварился, хороший чай. Ладно, давай будем кушать, потом, может быть, какую-нибудь историю расскажем, да? Хорошо, да. Я сейчас вспомню, я сейчас расскажу историю. Ага, хорошо. Ну давай, во славу Божью. Во имя Отца, Сына Святого Духа, аминь. Во имя Отца, Сына Святого Духа, аминь. Время 5 часов утра. Вот показываю вам 5 часов утра. В общем, сейчас ложимся спать. Не знаю, сколько у нас это. Сколько мы поспим. Отдохнем, а там уже. Ну, чай этот уже допиваем, а там уже. Дальше там будут уже новости для вас. На улице светло вовсю, смотрите, как солнце там светит. Кстати, кто, может быть, заметил, я в прошлый раз, вон, видите, как окошко я чистил при помощи бензина. Ну, взял на это, намочил бензином тряпку. И оно так более-менее оттерлось, а то оно вообще было закопченное, все это стекло. В общем, бай-бай пока что. Дорогие зрители, мы улеглись, бай-бай. Грибобас вот наверху полежал, и что там случилось? Жарко. У тебя пот стал течь, да? Да, сильно. Вот. Вот на улице светло там. Там солнце светло, светло на улице, хорошо. Ну все, спокойной ночи, грибобас. Спокойной ночи. Сладких тебе снов. Тебе тоже. Спасибо. Пожалуйста, и тебе спасибо.
Сейчас где-то время 8 часов, не могу я уснуть, короче. Ну, лежу на второй полке там, в избушке. Грибаста вроде бы уже спит, и слышал, как это... Или гусь пролетал, и такое ощущение, он прям на речку сел. Вот я вышел с видеокамеры. Думал, может быть, засниму. Не, смотрю, никаких птиц тут нету. Ну, он туда, вот здесь, может быть, садился, но тут течение, вряд ли на течение сядет. Может быть, там на старице сел, если только. Сюда, не знаю, вода поднимается, непонятно. Наверное, будет подниматься. Что-то у меня такие мысли, как бы наши лыжи там не затопило в этом снегу. Ладно, пойду опять бай-бай. Вода. Все тает. Капает. Один раз протопили печку, и так нормально нагрелось. Вон там какие-то уже насекомые уже летают какие-то. Хотя бы там сколько-то часиков поспать, да потом встать. Тут уже такая мочмала. Спал, не смог уснуть, короче, перебрался наверх. Форточку открыли. Сейчас, наверное, чаю попью и это, лягу опять спать. Сейчас время покажу, сколько. Пока пил чай, увидел в окошко интересную картину. Сейчас вам хочу показать. Но он, может быть, сейчас притаится, если услышит, ну, вибрацию снега, скорее всего. А может, и не притаится. Вот видите, паучок. И вот пока я в окошко смотрел, он ползал. Сейчас тут что-то не хочет. Сейчас мне еще снег ослепляет глаза. Сейчас он как-то это стоит на месте. О, пополз. Ой, резкость. В общем, весна. Насекомые просыпаются потихонечку. Потом у нас такой будет период. Я помню, когда после весны вот комары начинаются. И вот я помню, на спину столько комаров, ну, садится столько много комаров, как будто, знаете, такое ощущение, как будто волосатая спина. Когда эти комары на куртке сидят. Сейчас попробую так близко снять. Ну, приблизить саму видеокамеру. Вот так стою на улице, вообще так хорошо, так свежо, так тепло так. Да, классная погода. В общем, сейчас чай допью, да опять. Бай-бай. Попытка бай-бай.